ошибку сделал. Вообще-то можно тут сдаваться. Задумался. Просто нужно сбить, он выиграет.
Я по времени победил. Пешку выиграл.
меня уже, наверное, проигранная позиция. Он сдался, потому что на королеву напал, он не заметил. Не хотел брать, не надо. Не остается.
по времени он победил. У меня мышка вообще, да, не очень хорошо уходит. Он иногда застревает. Поэтому мне нужно ему быстро шаг умудриться. То есть мат построить, чтобы он не смог ходить бестолковыми ходами. И как бы выиграть.
сдался.
какой. Да. Вилку прозевал, трилку, даже не вилку, а на три напал. Я мог наш не спик. Ладно. Прозевал. Все, ладно.
мелко. Сразу пешка зевает.
Нужно просто это пешком догадаться. Там, а у него пешка подвисла. Роли уютно в центре чувствует себя. Вот тут рокировку сделай. Вот опять у меня с мышкой проблемы, так у меня позиция лучше была.
Мишка не защищена, но ее можно напугать. Защитил.
хочет сыграть. Вот немножко мышку не там поставила. Можно как бы сдаваться. Слон прозевал.
маркировку испортил им.
не успеет. А теперь опять на время будет играть. Я победил по времени. Вилка. Уже столько зевков он наделал. Мат прозевал. Там низкий рейтинг. Все равно не защищает. Было спрятать где этому коню.
Вообще, наверное, руки мываться не надо. Он думает все время, уже на одну минуту отстает от меня. По времени прыгает.
туда не собьет, я туда выпрыгаю.
аппарат поставил. Сколько времени у меня? А у меня мало времени было, поэтому хорошо, что папа сказал. Не хочет играть с ним. Последний раз, еще первый час почти. Ничего себе, жертвует слона. Видимо, новичок какой. Не жалко. Какой? У меня больше материала все равно.
времени памяти. Все, кончаю уже. Уже поздно и так.